Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Надежда, с мужем Александром. Где-то там, короче, приехали мы недалеко, или далеко, на мусорку, в общем-таки, посмотреть, есть ли какое железо. Ну и в итоге, что у нас получилось? А в итоге у нас забита машина, практически битком, полна железа. Баночек, скляночек. Две такие гнилющие уже поломали. Мы их согнули. Бочки две. Так. Что еще? Ну и все. Тут у нас тоже немножко баночек, скляночек. И какие-то от матрасов. Уже сгнившая такая, ну, как она называется, пружина. Вот. Сейчас мы поедем. Домой мы не поедем что-то выгружать. Зачем собирать дома хлам? Промой наводкой. Поедем в металлоприем. Поехали с нами. Один с машины по дороге. Вот просто ехали вдоль дороги. О, лист железа. Коляска с деревом, правда что? Дерево. Не о чем оторвать. Дома оторвем. Ну что? А можно вот сюда наверх. В багажник не засунешь. Да не закроется. Хороший лист. Хороший вес. Угу. Замечательно. Надо срочно донатить на большую машину. Бэушную. Не надо нам новая для сбора металла. Универсал просто. Универсал надо нужен. Или хотя бы небольшой бусик, да? Иди. Старынный под жопу ездить. Что, дорогие друзья, ссылка на донат в описании. Собираем на машину для металла. Ну вот, наша одна поездка нам обошлась 20 рублей 50 копеек. Ну неплохо, на ровном месте насобирали. Как говорится, раз в магазин сходить будет достаточно. Что говоришь? Лоханулась, не сняла вторую партию, это уже третья. Да, это уже третья партия. Вторая партия, мы съездили на участок взять материал, инструмент. Это самое, болгарку там надо было взять. Ну и, короче, на участке там тоже валялась жесть какая-то, ну, металл. И мусорка там рядом. И мусорка рядом была, не мусорка, а это как карьер, да? Ну, там мусорка. Вот, зашли на карьер и на 15 рублей сдали. Ну и вот едем третий раз, посмотрим, что же будет того сейчас. Того было 35, но это на сегодня будет последний, хороший. Ну, там 35. Первый раз 20, потом 15 и... Узнаем, сколько сейчас. Это будет последняя ходка на сегодня. Ходка? Ходка, да? Ну что, сколько нам тут второй раз, третий раз? Рубль. 55. Ну, меньше, рубль же сдачи дали, 54. Ну, 54 рубля. Третья ходка. И в итоге сколько мы сегодня сдали денег? Ой, даже забыл, сколько там было. 54, 90. Посчитай. 90 рублей, что-то. 20, 90 рублей. 90 рублей. По 45 рублей на брата, короче, рабочий день удался. Хорошо. А что ты делаешь? Не знаю, смотрю, что да. Смотришь, что такое. Короче, Санька моего подперла, не может остановиться. В добыче металла, меди, алюминия, да? Короче, где-то что-то дома валяется давно-давно. Когда-то говорил, мне это надо. Вот, а теперь, ну, видите, как пригодилось. Где-то что-то разбирается, смотрится. Ну вот, мои хорошие, такие вот у нас дела. Дельные. Сегодня я после ночи поспала, отдохнула. С Сашкой поездили немножко с металлом. Ну и все. Уже нас вечереет. Ярко светит солнышко. Но и не тепло. Все равно холодно. Хожу в куртке, в теплой куртке. Такая красота у нас цветет. Не знаю, как называется это дерево. Не знаю. Мне его соседка дала. Я его возле гаража посадила. Красота. Ну и что, на такой красивой ноте будем с вами прощаться. Всем счастья, любви, здоровья. Всем пока-пока.